Вот пришли мы на храмовый, раньше назывался Молоканище, молоканка была тут. Колхоз давал молоко, сливки делали, увозили на маслозавод в Шарщино. Одно время маслозавод даже в Корчине, кажется, был. Вот так. И вот она, насколько вода ушла. Метра полтора, может быть. Почему? Засушливый год был раз, а второе нет родников. Там он в конце этого пруда. Я тонул когда-то. Маленький был. Кажется, запуталась нога в тине. А рядом Коля Серебренников был. Он даже не заметил, что я тону-то. Меня толкнул я. С тех пор я стал этой тины опасаться. Дергаться не надо, она сама сползет. А я ее намотал на себя-то, ну и капут. И вот сейчас мы... Я прошел здесь сантиметров 40. Володя там заканчивает. И сейчас внутри придется все это прочищать, подготавливать к весне. Мы бы не делали этого, может быть, сразу. А вот по интернету кто-то спросил. Я даже могу посмотреть, кто. Вы снимите сейчас все вот пруды, а потом посмотрите, как будет. Эти двойные, потому что одни, которые были вот эти, как лаги, они прогнулись и пропали. А сейчас вот одна на одной, две березовые лежит. Все целое. Вот здесь очень сильно вода идет. И она вся до капли попадает фактически на комогориху. Сейчас вот буду дальше подрубать здесь. Вот наросло что-то. Ну, корешки оставлять. Вот так, все. Вот этот склад видно, Игорев. Номер один. Сушилка рядом. Дальше видно его гараж для трактора. Вот это вот. И вон там, видать, храм. Вот так, с этой стороны мы. Вот если я туда смотрю, то она почти на юг. Золотая осень, 2 октября 2019 года. Глубоко. Даже больше метра, метр полтора ушла вода. А тут раньше кто гусей держал, любо тут разрешалось. Вот если были бы, пожалуйста. Спустился в сток воды. Где тут? Вот она как высокта. 2, 3, 4, 5, 6. Раскаты по счём здесь. 15, 90 сантиметров высота. Ну там убавили уже. И что интересно, вот смоленые были, отработка, не тронули. А вот там то ничем, вот выгрызены как. Это господин бобер зубы свои пробовал. Что ему, вот, деревьев мало что ли? А? Я думаю, ему что, деревьев мало? Деревьев мало, ну хулиган. Просто хулиган. Как у нас говорят, фулюган. А вот сколько это обработанные доски, ни одной нигде не грызет. То есть он любит вкусно. Одна смола, смола. Вот Потеряевка находится как раз посередине. Над нами идет трасса. Какая, не знаю. Ну, с севера на юг тут надо смотреть. С севера на юг, точно на юг. Туда и сюда. Это с Новосибирска кверху к низу. Вот надо смотреть по картам. Вот сколько мусора наросло за лето. Ну, сейчас вот убираем, он где выбирает, видно было, а потом траву вырвать. Сколько работы в деревне. А какой-нибудь сморщок сидит там и издевается. Делать нечего, вы нечего делать. Это все-таки лучше. Как Мартин Лютер говорил, ничем не занятая душа, хорошая кузница сатаны. И Владимир Мономах говорил. Лень научит всему худому, а доброе, что знал, забудет, предаст забвение. Вот так, а тут всегда работа есть, вот он, видите, каким пластом идет. Сейчас вот вытаскивать надо на борт, а по борту вон туда нести. А здесь не сколько-то, а 12 метров.
сток. Сколько здесь денег потрачено. И ничего пока не можем добиться. Как добиться до ключей? Ничего не знаем. Тут не можем развести рыбу. Все озеро в этих павших деревьях. Мы еще вот мы чистили там один отрожек. Особые грабли сделали сами по горло в воде целый день. И все равно вычистили. И один раз прорыбачили. Ну там с ведром больше не поймали. Это надо вытащить отсюда сейчас. Да это и дойди, Володя, да это вот это крепление. И вытащи, тебе легче будет. Вот отсюда до нее дойди, везде, потащи. Доведи до конца. Да я бы до конца бы дотолкал. Нет, вот до этого вот, а тут выкинем. Тебе не видно ничего. Я считаю так, выкинуть туда наружу. Вот, а я полезу туда наверху и наверху буду носить. Видишь, даже лопату сломаешь. 50 сантиметров толщина от травы. Это надо, она и снизу пробивается. Все, полез я наверх. Вот сколько деревьев, зимой все спилили, убрали. А вон, кажется, засохшая ветла. Мне так кажется. Подойти надо будет посмотреть. Это ее там тощит бобер. Там везде дрова мы. Тут труда положена. Труд делает человека, не обезьяна, а человеком. Основатели марксизма, ленинизма говорят. Ну и наоборот. Ленивый подобен воловьему помету. Ну, пометом называется, дерьмо. Куда вам? Сюда или туда? А вот сюда лучше, тут шире у тебя. Ну. Это внутри наросло столько. Пойди рядом, я сейчас полезу, утащу все. Тебе легче дальше будет. Остатки выбирай. Вот и все. Держи, покомментируй. Да надо было туда вон. Иначе, значит, надо было туда. Ну я хотел туда, тут никак, он мешает мне. Надо отрубить сначала топором. Я хотел туда. Там можно сбросить. Сейчас никак я туда не могу. Видишь, подошел, а там торчит сучок. Она растопоршилась. Мне нужен топор. Я сейчас топор возьму, все. Вон он, я копал. Вот сюда бросим. Вот сейчас повидишь, как я его...
сразу. Да. А тут еще с поворотом идет, видишь? В ложок, чтоб попало. Стовка идет. Птички поют среди ветвей, как сказано слово Божие. Тут вода бурлит. Тут вообще. А тут видно этот. Барсучок. Даже черемушка тут выросла. Вот она стоит, красавица. Только никто ей плодами тут не питается, потому что далеко. Кто сюда пойдет? Никак. И приходится рубить. Рубить и с корнем. А теперь что? Вот теперь уже конкретно вниз. Там вода будет разбивалась. Вот как она будет разбиваться? А вот так. Что тут такое? Ну то, что сам отрубил сейчас. Тут она промывает здорово, конечно. Тут целая ямнина получилась. По пояс, наверное, мне будет. Вот, смотри, под мыло, под досками. А когда сюда подойдешь, а тут уже... Раньше, помню, в детстве из черемухи луки мы делали. Она очень гибкая и прочная. Посмотри, вон это дерево как. Хорошее большое дерево, как водок отпустил. Сейчас посмотрим. Сейчас тут водичка идет. Тут канавка лежит по канавке. Вот паразит какой. Дерево, которое укрепляет берега, он решил свалить. А без дерева тут плохо будет. Будет вода тут размывать. Так она хоть ударяется, силу свою теряет. Смотри, как поработал. Лесоруб настоящий. Вот у него лежат щепки. Щепки-то большие. Большой бобер. Вот, на моей руке лежит. Вот. Вот тоже щепочка большая. Это поменьше есть, конечно. Всякие разные. Притом щепки еще влажные. То есть, может, даже этой ночью поработал. Или прошлой. Это ветла стоит. Дерево. Мы тоже его на дрова используем. Хорошее дерево. Ну, тепла, конечно, меньше, чем от клёна или от березы. Ну, по крайней мере, топить можно. Вот так вот. Вот тебе и бобер.
занесены, говорят, в Красную книгу, что ли. Тут вот откуда-то сосенки взялись в этом месте. Каждый год все больше и больше они вырастают. То ли ветром занесло, то ли птички принесли как-то. Вон еще одна сосенка растет. Тут соснового бора-то далеко, где-то километров 70 в Гилевке. Там ленточный бор идет сосновый. Вот Игнатий Иванович тут уже расправился с кустарником. Почти. Ну вот так, вот это тоже черемушка растет. Почему здесь? Потому что когда уже к вечеру было, пригнал я сюда бульдозер. А тут, я не знаю откуда, из озера или что там, земля такая, тут это рыхлая-рыхлая. Ну, я до этого лет 5 назад пригонял бульдозер. И он его сюда сдвинул и хотел придавить. А я встал и закричал уже, уже темнело, не надо, не надо, вы тут яма. Он говорит, надо прижать ее землю. Не надо, она такая пухом осталась. Сам виноват, я побоялся. А он смелый такой мужик, он бы сделал, конечно. Ну, задний мужик умен, говорит, задним умом. И поэтому вот этот край провалился. Потому что земля села. Вон отсюда. Ну и вода течет нормально, пока переделывать нет никакой нужды. Тем более, это тут раз, два, три, четыре, пять досок. А там раз, два, три, четыре, пять, шесть. На дудовку выше сделали, у нас получилось ровно. Все. Угу. Вот видишь как теперь? Теперь сюда подходить легко. А здесь большой пень спилили. Мы его подогнали под эту вот. Маленько она задерживает. Не так. Господи помилуй. Здесь две сосенки. Откуда они взялись? Да. У нас нет сосны здесь. Как она попала сюда, неизвестно. Зернышко какое-то дятел принес. Не переработал. Бывает, тут утки прилетают. И на озерко рядом у нас пруд в деревне. А что она? Что тут есть гальяны? Гальянами она икрой оправилась. Все, гальяна полно было. Тут по логу главному амутки. Мама ловила, помню. Чем они ловили, я не знаю. Тюль какая-то была. Прошло время какое, ничего не стало. Все амутки, вот пруд-то есть, а потом прорвет и глину несет, и он оседает там, этот осадок-то. Ну вот и все. Так, я сейчас полезу туда. Угу. Ну мне надо тоже там. А? Заканчивать надо. Ну лопаты. Давай заканчивай. Время-то к обеду, наверное. Наверное. Вот так. Если к обеду, то после обеда на Рыжковский, на этот. Сколько? 12 минут второго уже. Ну надо уйти, это давай, вырезай. Ну, все, все, все. Все, слава богу, за все. Вот какое дерево он подпалил. Я не знаю, где показывать такое. Все, к концу идет. Последний рубеж. Перегон. 2, 3, 4, 5. 12 метров. Сток. Сколько досок. Сороковка. Страшно дорого все. И все это позади. Повторяю, деревня тут не участвовала.
Мне Господь поручил делать дороги, пруды. Это вот все. Платили бульдозер. Они кормили только бульдозериста по очереди. У Игоря каждый день мылся вечером. Игорь, это большой.